Я сорвала с календаря последний листик декабря, а под ним два слова: Рождество-Христово. Что же делать, как же быть? Что же Богу подарить? Начались сомнения, день его рождения. Книжку, карандаш, конфету, может быть, куклу эту? Ну чего у Бога нету, и зачем ему конфеты? Целый день пошел во сне, я уже почти во сне. Отложила карандаш, ради Богу что-то дашь? Я устала, подложусь, перед сном я помолюсь и щепну до самых слез. Я сердечко подарю тебе, Иисус. Аминь.